везение. Я, к сожалению, говорю, что ты можешь быть великим, но когда нет везения, мяч не летит в ворота, то это уже, в общем-то, даже если можно так сказать, да, даже беда. Мне обидно, конечно, что мы не выиграли, потому что должны были выиграть. Ну так получилось, будем готовиться к второй игре.